Алый Карена с птичьего полета. Алматы принимал в Актобе второй матч. И было много-много заброшенных шайб. Ну, много-много в одни ворота. Скажем так, 7-0 закончилась игра. Но давайте обо всем по порядку. Первый период стартовал довольно-таки неплохо. Алматы неплохо атаковал, создавал моменты, были голевые моменты. Первый период был достаточно-таки равным, надо сказать. Это стоит отметить. И как одни, так и другие могли забрасывать еще в самом начале. Но вот голом все-таки первыми отличились первыми. Единственными, да, сегодня. Ну, давайте. А я продолжу. Зюзякин первую шайбу своей команды забросил. На отложенном штрафе играла команда, но не успел выйти шестой полевой, как забрасывает Зюзякин на 10-й минуте. Затем вновь большинство и Потайчук. Как раз это большинство на ваших экранах. Удаление, то есть, точнее, да. Потайчук, капитан команды, забрасывает в большинстве 18-ю свою шайбу. 29-е набранное очко. Это случилось на 16-й минуте. Но Алматы рук не опустил, атаковал дальше в первом периоде. Пытался счет размочить, но не удалось этого сделать. И ушли команды на перерыв со счетом 0-2. И казалось бы, да, что во втором периоде команды начнут в том же темпе также играть, причем на равных, да. Но вот второй период показал, что нет. Кучин выходит 1-0 и с легкостью расправляется с Шалмановым. Делает счет 0-3. 10-я шайба Кучина в этом чемпионате. На 28-й минуте это случилось. Затем на 37-й минуте Акишин забросил 6-ю шайбу свою в этом чемпионате. 0-4 счет становится. И Алматы совсем-совсем перестает атаковать или что-то создавать. Не хватает агрессии, не хватает какой-то спортивной злости, да. Очень сложная ситуация становится. Вот он, это заброшенная шайба Акишина. 4-я шайба в игре, да. Ну и меняют потом Шалманова, да. Нет, еще не меняют. Еще одну Шалманов пропустит. Вот тут был выход неплохой. Отразил бросок Маркабаева Ершов. Кстати, тут здорово бросал Маркабаев, зряче, но вот переиграть не удалось Ершова. Ну, еще одна шайба побывала в воротах, Овечкин ее забросил, это 5-я шайба в воротах Алматы. На 40-й минуте уже там оставалось совсем немного до конца второго периода. И оказывается, шайба в воротах Шалманова, после чего его меняют. Это неправильная атака Аргенбаева на ваших экранах. 2 минуты получает он за это. Забрасывает Потайчук, делает дубль. Вновь в большинстве забрасывает капитан. 19-я уже шайба. 6-0 счет становится. Совсем неприличным. Это уже Колесников пропускает. Ну и еще одна шайба в третьем периоде побывает в воротах Колесникова уже в самом конце. Ну тут драка Дзидаева и Ваулина. Ваулин проигрывает ее с треском. Разбивает там лицо Дзидаев. Видите, еще изящным жестом показывает. Все закончилось, отдыхайте. Ну тут что по драке, что по игре, можно так сказать. Ну и еще одна шайба побывала в воротах, также в большинстве. Забросил ее Сошников с передачи Зубковский и Евграфова. 0-7 счет становится. Ну и Алматы так и не смог забросить ни единой шайбы в этой встрече. Поздравляем с сухарем Матвея Ершова. Ну и окончательный счет 0-7, победа гостей.